Библиотеке поселка Сокола 55 лет. Она насчитывает около 3000 читателей, а это больше половины всех жителей микрорайона. Коллектив учреждения регулярно проводит различные встречи и мероприятия. Игры, викторины, соревнования. Специалисты готовят программу ко многим праздникам. Только за прошедшие 2 месяца провели более 20 встреч. В летний период библиотека сотрудничает с детскими лагерями, которые находятся в поселке. Вместе с ребятами проводят флешмобы, турниры, различные беседы. Ну, вообще мы работаем в летний период с площадками, которые организованы на базе школы номер 20 и социально-педагогического центра. Ну, для них лето – это вообще прекрасная пора, поэтому для них такие всякие спортивные, развлекательные, квесты проводим. В общем, с ними мы работаем летом, в принципе, очень часто, может, раз в неделю точно. Кроме того, библиотека предоставляет возможность использования справочно-правовой системы, электронных каталогов, услуг медиатеки и сети интернет. Благодаря депутату городской думы Николаю Ярущуку в библиотеке сделали ремонт. Реконструировали помещение, которым раньше не пользовались. Теперь это социальная гостиная. Этот кабинет мы используем как социальную гостиную. Здесь проводятся и различные мастер-классы, и какие-то библиотечные уроки, часы, в общем, вся массовая работа библиотеки, можно сказать. А какие проблемы были в кабинете? Что? А здесь, в принципе, ремонта не было вообще никакого, и кабинет просто стоял закрытый. Вот хочется большую благодарность выразить депутату городской думы Ярощуку Николаю Владимировичу за содействие в ремонте. В сентябре специалисты планируют провести квест ко дню микрорайона, экскурсию в библиотеку и выставку «Осторожно, терроризм».